Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В Израиль пришли снегопады. У вершины Хермон снежный покров достигает 40 сантиметров. На Голанах из-за снега нарушено автотранспортное сообщение. В городе Цфат, расположенном в Северном округе, выпал снег. В то же время проливные дожди привели к затоплениям в некоторых районах страны. Ни снегопады, ни затопления – не помеха для доброго сердца. Только в духовной чистоте раскрывается то, что именуют божественной искрой – душой. А чтобы добиться этой чистоты, нужно просто стать человеком, тем существом, в котором доминирует любовь и доброта. Сенсей 4 Исконной Шамбалы. Анастасия Новых.